Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое, совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Итак, мы с вами разобрали, что содержится в кожуре яблока, в мякоти и в его середине. А теперь давайте поговорим о том, а как это все можно использовать для того, чтобы предохранять себя от каких-то расстройств, заболеваний. Вот, или даже лечиться с помощью яблок. Вначале поговорим о кислых и сладких яблоках, как их лучше использовать. Оказывается, кислые сорта яблок лучше всего использовать при ожирении и сахарном диабете. Органические кислоты способствуют тому, что они расщепляют жиры, улучшают деятельность пищеварительных желез, в том числе и поджелудочной, и за счет этого способствует тому, что мы гораздо себя лучше чувствуем при сахарном диабете, особенно второго типа. И, естественно, сбрасываем лишний вес, который нам не нужен. То есть идет хорошее окисление жиров с их выведением. И плюс, конечно, здесь никаких содержится калорий. А, то есть это даже можно для людей, которые могут, хотят похудеть. Да. Также может яблочная диета. Как что-нибудь такое есть? Но если мы будем использовать яблочная диета подразумевает, это не то, что мы будем есть в течение дня и целой недели только одни яблоки и больше никаких продуктов. Нет. Это говорит о том, что часть продуктов, которые, допустим, хлеб, картофель, мясо, мы можем заменить на яблочки. А именно, от 3 до 5 яблок ежедневно съедая с остальной пищей, вот мы тем самым сидим на яблочной диете и получаем хорошие результаты. А именно, сбрасываем лишний вес, и улучшается у нас пищеварение. То есть поджелудочная железа укрепляется. А вот сладкие яблоки? Да, а вот сладкие яблоки можно использовать для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, печени и почек. Оказывается, печень, она любит такого сладенького, но, естественно, сладость. Можно использовать яблочки. Их можно так есть. Их можно использовать в виде сока, свежевыжатого сока. Их можно использовать в виде компота из сухофруктов. Также можно из яблочек делать разного рода салатики вкусные и есть. А вот, оказывается, особой полезностью обладает и недозрелое яблоко. Почему? Оказывается, для того, чтобы яблоко стало зрелым, в нем должны образоваться и, я бы так сказал, созреть сахара. А в недозрелом много органических кислот. И вот эти как раз органические кислоты и хорошо подходят для лечения желудочно-кишечного тракта, от разного рода бактериальной инфекции и тому подобное. А если у кого язва? Вот, оказывается, яблоки не только показаны, но и противопоказаны. У тех, у кого имеется язва, особенно 12-перстной кишки, кислые яблоки противопоказаны. Можно использовать немножечко сладкие, и то тщательно пережевывать, но в небольшом количестве. Перезрелые яблоки. Оказывается, в перезрелых яблоках органических кислот мало, зато много сахаров. А вот эти уже яблочки противопоказаны
людям, страдающим сахарным диабетом. И есть такие расстройства желудочно-кишечного тракта, при которых вроде как яблоки противопоказаны, но можно использовать печеные яблоки. Мы их запекаем, яблочко, у нас получается, что вот эти все кислоты разрушаются, и там образуется вот много, наоборот, этих пектинов, которые лечат, идут по желудочно-кишечному тракту и залечивают вот различные язвочки и прочее, что у нас там образовалось от неправильного питания или еще какие-то расстройства. Вот бывает такой урожай яблок огромный, что не знают, куда его девать. И тогда из яблок делают яблочный уксус. Яблочный уксус оказывается таким интересным веществом, обладающим большим спектром целебных свойств. И особенно на сердце и сосудах. Там содержится много калия. А калий, он антагонист соли. И выводит лишнюю воду из организма. При этом органический калий способствует тому, что подпитывает сердечную мышцу. Поэтому как с помощью яблок, яблочной диеты, яблочного компота, яблочного сока можно укреплять сердце? Если сердце слабое, можно укреплять. Кстати, мы еще не говорили, что в яблочках содержится и железо. Железа мало, но зато оно биологически активное. И если мы с вами, ну, для того, чтобы побольше железа получить, как его получить? Ну, чтобы достаточно его было в организме, я думаю, что надо съесть, допустим, 10 яблок за один раз. Это тяжело. Очень тяжело. Но если мы с вами выдавим из яблок сок свежий, то мы эти 10 яблок запросто примем и получим все необходимое железо биологически активно, которое нам надо. И более того, яблоки, как я уже говорил, за счет своих антиоксидантных свойств, они защищают организм от онкологии. Поэтому, если мы хотим более усилить эту защиту и кроветворение, мы с вами делаем сок, и мы его с вами сделаем, из свеклы и яблок. Сок получается необычайно вкусным, необычайно полезным. И человек защищен как от анемии, так и от онкологии. Сам по себе сок будет очень вкусным из кисло-сладких яблок. Но для того, чтобы усилить действие сока, можно к нему добавлять свеклы, этот сок уже будет обладать выраженным действием для крововосстановления, а также будет действовать как хорошее средство профилактическое от онкологии. Сами яблоки прекрасно за счет железа противостоят и антиоксидантам онкологии, и также еще свекла будет великолепно действовать. Поэтому мы с вами добавляем свеклы. Получается сок специфического цвета, такой густой, и буквально такие за считанные дни способствуют восстановлению железа в организме человека, то есть повышает кроветворение, а также активирует организм. Если подобрать правильную пропорцию, этот сок делается удивительно вкусным. Фитонциды яблок активны против различных кишечных инфекций, например, против возбудителей дизентерии и золотистого стафилококка, который вызывает разного рода у нас гноеродные процессы. Представляете? А яблочко все это ликвидирует. Оказывается, яблочки очень хорошо есть, чтобы мы не болели гриппом. Особенно в это время. Надо всем есть яблочки.
прекрасно идет санация ротовой полости, укрепление за счет фитонцидов организма, улучшение пищеварения, и вирусы гриппа от нас бегут. Сейчас очень широко распространены мочекаменные заболевания. Потому что экология, еда, питье и так далее, и так далее. Оказывается, для профилактики мочекаменной болезни очень хорошо съедать от 3 до 5 яблок в день. Прекрасная профилактика этим заболеваниям. Если у вас имеются камушки в почках, то можно поступать следующим образом. Видите, вот у нас как раз имеется вот эта вот кожура. Эту кожуру можно летом, когда много яблок, особенно там осенью ранней, можно зимой. Вы, съедая яблоко, кожуру срезаете, высушиваете и из нее делаете чай. Оказывается, вот этот вот чай способствует тому, что начинает растворять камушки, которые имеются в почках. А компоты? Компоты. Этому же будут способствовать и компоты. Если мы в компоты добавляем сахара, сушит наш организм. Оказывается, сладко, как мы того не хотим, сушит. Поэтому, если вы хотите сделать целебный компотик, который вам помогал бы, лечил сердечно-сосудистые заболевания, почечные болезни, обязательно используйте без сахара. А теперь поговорим о том, как готовить отвар из сушеных яблок. Мы с вами берем сушеные яблоки, примерно 2 горсточки, кладем их в термос со стеклянной колбой, заливаем кипятком. Лучше всего это делать вечером, а утром у нас с вами получается напиток, который мы с вами будем пить вместо чая по стаканчику перед каждой едой. В итоге наши сосуды станут эластичными, сердце будет биться лучше, начнут растворяться мочекислые соли, очищаться почки. Очень хорошо использовать сушку просто-напросто так жевать тем людям, которые страдают ожирением. Оказывается, для того, чтобы эта сушка размочилась, усвоилась, переварилась и вывелась из организма, нужна вода. Организм человека, страдающего ожирением, как правило, слишком насыщен водой. И для того, чтобы его подсушить, как раз сушка идеально подходит. Вы почувствуете, как постройнеете, уйдет лишняя вода, отеки. Лучше заработает желудочно-кишечный тракт, особенно кишечник. То есть сушка на себя влагу принимает, да? Влагу принимает, при этом отдает полезные вещества, которые имеются в кожуре. Плюс разбухшая клетчатка способствует тому, что хорошенько очищает все. То есть хотите очистить свой желудочно-кишечный тракт, ешьте сушку. При гипертонической болезни, а сейчас она очень широко распространена и постоянно молодеет, очень хорошо съедать одно кислое яблочко или кисло-сладкое яблочко утром натощак, а дальше в течение дня выпивать сок полстакана перед каждой едой. Очень хорошая профилактика от гипертонии, причем артериальной, та, которая возникает от волнений. И при этом лучше всего использовать зеленые сорта яблок, они успокаивают. При ожирении еще можно использовать печеные яблочки. Берем одно яблочко, запекаем, смешиваем его с полстаканчиком кефира и выпиваем. Оказывается, печеные яблоки с кефиром – хорошее средство для того, чтобы сбросить лишние килограммы и почувствовать себя так довольно-таки бодро. Но при этом, опять-таки, мы не исключаем всех остальных продуктов. Печеные яблочки с кефиром. И плюс на это же количество мы уменьшаем остальной пищи. Меньше соленого, меньше всякого рода чипсов, которые задерживают воду, и колбас. Существует такая коварная болезнь, как подагра. Наша жизнь сейчас стала, более такая сытная, и многие люди используют слишком много мясных продуктов.
От них образуются мочекислые соли, которые наш организм не в состоянии полноценно выводить. И в результате они начинают скапливаться, соли мочевой кислоты, откладываются, особенно в суставах ног, и возникает такое неприятное явление, как подагра. Болят суставы. Как от этого можно избавиться? И в этом нам помогут сушеные яблоки. Именно вот такая сушка. Для того, чтобы облегчить состояние больного при подагре, а в некоторых случаях и излечиться от этого заболевания, достаточно брать по две горсти вот таких вот яблок, класть их в термос, заливать на ночь пол-литра кипятка, в течение ночи настаивать и потом пить как напиток перед каждой едой. 3-4 раза в день. Естественно, курс где-то от 1 месяца до 2, потом повторяете. Очень хорошая профилактика, которая вымывает эти соли из организма и восстанавливает наши суставчики. Просто, легко, понятно и ясно. Если вы страдаете колитом, то и здесь яблочки помогут. Но лучше всего здесь сделать пюре. А именно, яблочки должны быть запеченные, чтобы они не раздражали слизистую кишечника. Вот плохой аппетит бывает. Как тут поступать? Оказывается, для этого знаете, какое надо яблочко съедать? Какое? Сладкое, кислое, кисло-сладкое? Кислое. Да, оказывается, именно кислое яблочко и кисло-сладкое стимулирует аппетит. А вот сладкое подавляет его. Mm-hmm. Поэтому, если у вас плохой аппетит, допустим, детки плохо едят, вы отрезаете кисло-сладкого яблочка немножечко и даете им в виде там пюрешки или так пусть поедят. И через полчаса органические кислоты активируют железы внутренней секреции пищеварительной. И появится хороший аппетит. И улучшится пищеварение. Когда мы с вами пьем сок из яблок, а также употребляем в виде яблочки салатов таких весенних или зимних, или хотя бы просто съедаем, это у нас прекрасная профилактика того, чтобы снизить лишний холестерин в организме. Укрепить сосуды. Я уже говорил, что имеется витамин П, который укрепляет сосуды. И вот если имеется варикозное расширение или предрасположенность к этому, то вы можете надежно этому препятствовать, регулярно употребляя яблочки в течение дня. Если вы этого не делаете, стенки сосудов становятся, знаете, такие слабые, выпячиваются, и возникает вот такое вот неприятное явление, как варикоз. Чтобы этого не было, яблочко обязательно. При этом яблоко надо съедать обязательно с кожурой. Очень полезная рекомендация пожилым людям, и людям старшего возраста, съедать по 2 яблочка в течение дня, чтобы их сосуды как раз были хорошие и мозг функционировал нормально, чтобы не было вот этого старческого слабоумия, чтобы память сохранялась хорошо. Ну а молодым тоже память же лучше, не только и молодым, старым. Но здесь обязательно важно понимать, что память надо тренировать. Да. Одно дело иметь целые сосуды, а другое дело тренировать память. Поэтому об этом не забывайте. Кстати, вот когда мы говорили о наружном применении, то в средние века средневековые красавицы использовали мякоть яблочка для того, чтобы делать маски на кожу, чтобы омолаживать кожу. И маска это сделаем эту маску. Обязательно сделаем. Угу. Делается так. Маска для любых типов кожи. Берется столовая ложка творога. Лучше творог взять жирный. Жирный. 2 столовые ложечки мякоти яблочка. Можно даже брать и печеное яблоко, но лучше возьмем свежее. И причем, знаешь, какое подойдет яблочко? Лучше зеленое и кислое. Правильно. Кислое, как раз богатое фруктовыми кислотами, она напитает нашу кожу. И более того, кислый вкус способствует тому, что сохраняет в коже влагу. Сразу у нас появится лифтинг-эффект, исчезнут морщинки, и в коже появится турга. А творог смягчит, да?
А да, и творог будет смягчать и защищать, потому что жирная такая основа. Поэтому эту масочку можно делать в течение 15 минут, после чего мы смываем теплой водой. Угу. Как и обычно. Радуемся. И радуемся, да, полученному результату. Делать ее лучше всего через 2 дня на третий. Особенно в сухое, холодное зимнее время. А аллергию никаких не вызовет? Ну, вы уже должны заранее знать, вызывает ли яблоко аллергию или нет. Как мы знаем, зеленые сорта яблок не вызывают. А если возьмете красное, может вызвать. Поэтому запоминайте, зеленые сорта. Хорошо. Вот простудное заболевание, от кашель, если появился там... Оказывается, еще земские врачи использовали яблоки для того, чтобы сухой кашель перевести в мокрый, и он быстро вышел. Для этого используют печеные яблочки. Значит, печеные яблочки чаще надо кушать. Это прекрасная профилактика и лечение простудных заболеваний, связанных с сухим кашлем. Быстренько все это проходит, образуется мокрота, выходит, легкие очищаются, и мы нормально. А просто их запекать или с медом? А вот это уже другой рецепт. Дело в том, что лучше всего яблочки, особенно при повышенной кислотности, есть не кислые, а запеченные и, конечно, с медом. Угу. Вот для этого яблочки просто-напросто запекаются. А уже потом смешивается с медом. Почему? Потому что мед при высокой температуре разрушается. Поэтому с вами соединяем такую смесь, которая, знаете, приятна на вкус. И можно там деткам давать, самому есть, снижать кислотность. И в некоторых случаях хорошо помогает при изжоге. Угу. Можно попробовать. Попробуем. Если, допустим, вы этот рецепт опробовали, а изжога у вас, как бы сказать, не исчезает, а то может даже усилиться, тогда обязательно исключите мед. Я вот помню, что лично у меня изжога возникает от меда. Раз съел, два съел, вроде бы нормально. На третий раз обязательно изжога бывает. Поэтому я уже знаю, продукты с желтым цветом, оказывается, обладает такими свойствами. А вот продукты с зеленым цветом, наоборот, успокаивают. Вот мы с вами разобрали полезные свойства яблок, как их лучше использовать. Вот, сделали несколько рецептов. Какой вывод мы делаем? Вывод можно сделать следующий, то что яблоко на ужин и доктор нам не нужен. Вот на этой ноте мы с вами и закончим нашу передачу. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч!